Добрый вечер. Здравствуйте. Джонни Халилов. У меня вокально-инструментальное выступление. Расскажи о себе немного. Я учусь на юриста. Что будешь показывать нам? Песню Боба Дилана «To make you feel my love» в исполнении Адель. Yeah, I feel good. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one that'll dry your tears, I could hold you for a million years, oh, to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know you from the moment that we meet, no doubt in my mind where you belong. Спасибо большое. Ну, молодец. Ну, конечно, петь надо еще учиться. Ты красивую песню выбрал, но были немножко моменты. Перед такой публикой, это мое первое выступление, я в дальнейшем уже подкреплюсь, как бы. Ты был вообще в Штатах там? Нет, пока что. Вроде бы ты мысленно был там, где-то верилось, где-то нет, да. Вот. Ну что, Халилов, творческая семья Халиловых? Я говорю, да. Спасибо. А мне его выступление понравилось, я тоже скажу, да. Спасибо большое. Ой, я тоже хочу дать ему шанс, чтобы еще раз показать себя. Но чтобы поувереннее в следующий раз. Я обещаю, я обещаю. Я тебе просто скажу, у тебя три «да» и один «нет». Спасибо вам. Я уважаю всех, люблю всех. Спасибо за поддержку. Продолжаем поддерживать участников Central Asia's Got Talent.